И здорово! Это обзоры от mob.org и я Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите Дино Парк, приключения со Стэном Ли и загадочную головоломку. Поехали! С возвращением вас в парк юрского периода в новом симуляторе Jurassic World. Создавайте новые виды аттракционов и динозавров. Участвуйте в соревнованиях с другими игроками. Чтобы вырастить команду победителей для арены схваток, вам потребуется построить самый эффективный парк, который позволит динозаврам процветать и развиваться. Открывайте новые потрясающие виды динозавров, покупая наборы карточек. Вместе с Оуэном, Клэр и другими персонажами фильма вы сможете каждый день ухаживать за своими питомцами и генетически их улучшать. В игре более 50 видов динозавров, добротная графика и интересный геймплей. В общем, Jurassic World открыт, ребята. Сделайте его таким, каким пожелаете. Дедушка комиксов Стэн Ли зовет на помощь. Этому городу нужен новый герой, которым станешь ты. Тебя ждет огромное разнообразие заданий, сюжетные квесты, битвы со злодеями, миссии на выживание, а также защита и сопровождение самого главнокомандующего Стэна Ли. Вдобавок, каждый день список заданий будет пополняться новыми приключениями. Выбери своего начинающего мстителя и пройди школу героев у великого мастера. Прокачивай своего малыша, сражайся с боссами и находи новых друзей. Захватывающий экшен и увлекательный сюжет делают Stan Lee Hero Command эпически приключенческой игрой. Если ты еще не слышал о великолепной серии головоломок «Сон», то с радостью предоставляю тебе уже третий эпизод приключений. Любопытство и тяга к неизведанному порой заводят нас так далеко, что бывает необычайно трудно выбраться из очередной авантюры. Однако многие приключения стоят даже того, чтобы пойти ради них на безумный риск. Например, такие, как в фантастической игре «Сон Эпизод 3». Перейдя через загадочный портал, вы в очередной раз оказываетесь в незнакомом и удивительном мире, находящимся в миллионах световых лет от нашего. Проблема в том, что портал односторонний, а единственный путь лежит через сотни захватывающих и интересных головоломок. Вас ждет потрясающая атмосфера, красочная графика и интересный геймплей, захватывающий на долгие часы. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. А по этим вот ссылкам ты можешь посмотреть наши предыдущие видео. Это был обзор от mob.org и я, Трэш. Увидимся!